Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Shadow Fight 2 История Сенсея. Так, сегодня в планах у меня победить Асу. Не знаю, получится или нет. Так, ну, для начала нам нужно, наверное, с тобой приодеться, потому что у меня 41 уровень, а оружие и броня на 40-й. Поэтому я не могу дальше проходить испытания и турнир. Ну что же, поехали. Давай глянем, что у нас там по шмоткам. Когти живодера. А как они, интересно, смотрятся? Ага. Ну, такие когти мы уже с тобой видели. А вот если кукри? Ну-ка. Блин, я даже не знаю. Что лучше, когти или кукри, а? На когтях есть у нас с тобой перегрев. И стоят они гемы. Слушай, я, наверное, возьму все-таки кукри. Покупаем. Улучшаем. И по броне. Обязательно броню нужно взять. Так, адамантитовая броня. Слушай, надо брать. Так, купил шлем. Крепкая каска. Беру. Так, что у нас по магии? Угу. Тут можно просто ее улучшить. Опа, 320. Пронзатели, нет, спасибо, я не хочу его. Нет, я как бы хочу взять, но 320 гемов на пронзатели — это для меня кажется дорого. Так, улучшим тогда шлем. И улучшим наши кукри. Надо будет улучшить броню. Блин, тут все надо будет еще улучшать. Но кукри, по крайней мере, уже прокачаны по полной программе. Ну что, давай посмотрим. Надо допройти вот эти вот все испытания, да, турнир. Поехали на турнир, сбегаем с тобой. Заодно потренируемся работать с этими кукри. Потому что я привык уже к этой глефе. А ну-ка. Конечно, видон у меня... Чё-то как-то мне не нравится. Каска, как будто кирпич какой-то на голову надели мне. Так, ну что, дровосек, я смотрю, получает пока очень даже неплохо. Тихо, родной, тихо. Хоп, оп, опана, готов. Слушай, он мне даже удара не нанес, прикинь. Действительно, шлем дурацкий, крепкая каска. А ну-ка, ага. Так, подожди. Сейчас мы с ним... Воу, тихо, родной. Ты что так буянишь-то? Ну, началось, да, началось. Полежи чуть-чуть. Так, мы с тобой откатимся подальше от него. Твою налево, откатился, блин. Я хотел вот это сделать. Все. Сейчас заработаем с тобой денег. Прокачаем полностью нам броню. Шлем. И пойду пробовать ковырять осу. Но что-то мне подсказывает, что с этими кукри я далеко не уеду. Хотя, если мы будем ее держать рядышком с собой... Она же у нас с алебардой, да, или с чем там, с нагинатой она, по-моему, да? Асата. Ее как бы рядом с собой долго не подержишь. Все равно она будет отходить, будет меня держать на расстоянии. Ну, а наше дело главное не сдаваться. Так, ворон. Я больше уверен, что у него когти живодера в данный момент надеты. Твою же налево. Попробуем сегодня без бомбежа сыграть. Отлично. Ворон упал. Причем я играл вот с этой, с глефой, да. Была уровень сложности безумно. Меня вложили там с двух ударов. Я просто был в шоке. С двух ударов на безумке. Как так-то? А проходил этот выживание. Я выше третьего раунда не мог подняться. Прикинь, первый раунд почему-то там легко. Второй напряжно, а третий вообще невозможно. И это, наверное, все... Из-за того, что это, ребята, как бы интерлюдия, да? Наверное, мне кажется. Ну, вот сейчас вот просто великолепно получается, посмотри. Просто лесу разбираю на изи. Так, подожди, что? Не надо. Не надо, роднуля. Все. Видишь, под комбо попадает, и сразу же, как говорится, мозги мои выбиваем. Я все хочу выпендриться, но у меня что-то... Понимаешь, не получается. Так... Ну правильно, ребята, у нее катана. У нее катана. И стоит рядом со мной, ты заметил, да? Никуда не хотел выходить.
Ну хорош уже. Все, подрезаем ее просто-напросто. Так. Поехали. Еще разок. Готова, лисичка. Так, друзья мои, двигаемся дальше. Денежка у нас копится, и это прекрасно. 44 тысячи, но этого мало. Так, безумно. Вот давай посмотрим, как здесь будет на безумке с оружием 41 уровня. У нас мор со своими булавами. Ну-ка. Стопы, парень. Ага. Да успокойся ты, а. Вот достал. Поехали. Только хотел замах сделать ему, и он меня пробил. Слушай, ну сейчас на безумке, ребят, по крайней мере, я вижу урон. Там его вообще не было. Так, тихо, 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 тихо. Нет. Да ё-моё. Ты меня достал, парень. На тебе. Тыч. В разные стороны капельки крови разлетелись. Ну что, неплохо было, да, для первого боя. Давай попробуем также второй с тобой провести идеальненько. Так. Ага, все, я понял, ребят. Начинается, короче, у него психоделика какая-то. Нет, парень, ты че это вздумал-то? На-ка. У-у-у, все. Ты прикинь. Вот объясни мне одну вещь. Объясни мне, пожалуйста, одну вещь. Он выпускать хотел первый раз, да? Молнию. Я ему перебил. Какого лешего у него так быстро накопилась энергия на вторую молнию? Че за читерство, а? Объясни-ка мне. Я вот этого не понимаю. Тем более у него нету какого-то там оружия или брони, да? Чтобы накапливалась энергия. Это читер. Галимый. Ну, я понимаю, что это, конечно, бот. Что это персонаж, да? Но должна быть какая-то логика в этом. Головорез. Так, вот у него, по-моему, тоже в руках кукри. Да, или у него какие-то восточные сабли. Я не знаю, что у него в руках. А, нет, не кукри, это точно. Слушай, а кукри, если не ошибаюсь, в свое время были предназначены для рубки. Почему-то у меня в голову приходит для рубки кокосов. Я, конечно, могу и ошибаться. Так, ну что, я вижу тут, ребята, очень плохой результат для меня. Да. Начинает потихоньку меня вырубать. Но это мы здесь с тобой дошли до безумки. Потом у нас будет еще турнир. Не надо, парень. А если я так сделаю? Вот надо же ему. Вот приспичило прыгнуть именно в тот момент, когда я решил. Чё, почему так броски-то мало отнимают здоровье? Эй! Я понимаю, что безумный уровень сложности, но не настолько же, что броски вообще отнимают. Ты посмотри, что творит, а? Хорош, может, парень. И он меня. Ёп! Вместо того, чтобы прыгнуть, я приседание тут решил сделать. Так, ладно. Пойдем тогда с тобой на испытание. Так, восстанавливает здоровье внутри определенной области. И тем более гадюка. Ну-ка, давай посмотрим, на что у нас тут. Ну, тут уровень сложности нормуль. Поэтому я должен с ней справиться. Но я постараюсь. Ага, ага. Смотри, что это творит, а. Не дает мне, да, ничего сделать? Так, попробуем. Вот почему, если она падает, она ноги кверху, почему я не попадаю по ней вот этими кукрами, а? Вот объясни мне. По идее, должен по ногам ей попадать. Гадюка, ты достала уже, а? Ну-ка, отлично, рубанул ее. По идее, она как бы ноги-то кверху поднимает, да? И в любом случае, я по пяткам должен был ее задеть. Но нифига этого не происходит. Поехали. Твою же налево. Вот что у меня за дурацкая привычка использовать заклинаху рядом с противником? Это ж 100% не попадешь. Так, тихо. Есть шанс. Блин. Рубанул, да? Отлично.
На сложности нормал играть еще можно. Тут, как бы говорится, победа еще допустима. Так, поражение при выходе за ринг. Твою ж налево. Еще управление поменяли мне, а? Так, короче, вперед это назад, назад это вперед. Еще и не уйти за ринг. Твою ж дивизию. Ладно, попробуем. Сейчас выкинут меня. С одной плюхи. Просто иди отсюда, парень, за ринг. Даже ничего не успел сделать. С какого перепуга и с какого вообще... Тихо! А что такое маленькое расстояние-то, эй? Подожди-ка, давай Казанова. Ты видел, какое маленькое расстояние между зонами? Так, дело не годится, друзья. Так, тогда будем просто бомбить. Ему... Ай, вместо приседания... Понял. Я хотел присесть, получилось, что, ну, так как управление поменяли, вместо приседа у меня получился прыжок. А вот и весь тебе расклад. Ну, уходим, уходим, уходим. Да уйди ты! Так, не надо. Ладно, ребята, мне повезло. Расстояние. Прикинь, вот такая вот зона, еще бы при этом сказали, горящая земля. То есть ты еще не должен стоять на земле. Вот это был бы... Да ё-моё, опять ту же самую ошибку сделал. Ну тут, знаешь, тут уже на рефлексе, друзья мои. Просто на рефлексе. Ты прекрасно знаешь, что у тебя есть кнопка приседа. А ну какой дурачок будет, когда в тебя летит сюрикен, прыгать? Естественно, никто не будет прыгать. Так, ладно, мы с собой убираем... Так, подожди, чуть было... Не надо. Да блин, да чтоб тебя, урод, а? Он достал уже меня, а? С еще посохом дали чувака. Так, окей. Иди отсюда. Тут главное его подловить, ребят. Подловить, ага. Сейчас за... А, это я его рубанул. Я думал, сейчас меня просто перекатами туда закидает. Ну, они же любят это делать. А ну-ка. Так, на этот раз все будет четенько у меня. Ты достал уже, эй! Поехали. Окей. Так, не будем, ребята, выпили. Я не знаю. Я не знаю, как тут еще с ним быть. Заново, я должен его пройти, друзья мои, я должен его пройти. Деньги мне нужны, шмотки мне нужны, а если я его не пройду, я дальше не продвинусь. А, можем заточиться, конечно, с тобой. Да ну, блин, фигня какая-то, блин. Сразу удар и забивает меня в угол. Я боюсь сделать здесь комбинацию, понимаешь, у меня комбинация прыгучая. То есть, если я прыгну, ты сам знаешь, я улечу вон туда, на... Тот край ринга. А мне это не надо. Так, иди сюда. Куда? Ну-ка. Ну-ну-ну-ну-ну, что ты хочешь делать? Что ты там мечешься-то? И приседает еще главное, ты прикинь. Тихо. Слушай, мне повезло, потому что он хотел, видимо, бросить сюрикет в меня. И в этот момент я его подрезал, но... Опять же, смотри, что сейчас будет. Ага. Предположим. Так, стоим, стоим, друзья мои, стоим на месте. Так, отходим. Нет, не надо отходить. Что-то выжидает опять. Понимаешь, что дело в том, что если я промахнусь, он меня опять в этот угол забьет. Он подходит, он специально, вот ты посмотри внимательно. Есть! Он специально подходит до такого расстояния, чтобы я по нему промахнулся, а он в этот момент мог улизнуть. Но, как видишь, он допрыгался, я его подбил. Фух. Так, поехали дальше. Победа по очкам. Только крит урон. Ну ладно, я надеюсь, блин, а у него стилеты. Ну, кукри, я думаю, тоже неплохо бомбят.
по криту. Сейчас будем проверять. Блин, конечно, со стилетами-то не очень классно. Поехали. Блин, нажимаю наверх, блин. Привычка уже. Так, пока 1-0. Угу. Не надо, парень. Поехали. Так, ждем время. 2-0. А если так? Ну, это не крит, конечно. Я знаю, что если он в голову мне засандалит своим этим стилетом, это будет крит. 100%. Поехали. Так, 3-0 счет. Лежи. 3-0. 17 секунд, ребят. 17 секунд. 11. Так, 4-0. Мы ведем. Так, по ногам, да? Ага. Все, победа. А, тут 2 раунда еще к тому же. Ладно, хорошо. Попробуем с тобой здесь не оплошать. Да хорош ты уже. Ты будешь делать комбинацию или нет? Ты будешь тыкать, блин, вот так вот. Так, надеюсь, без крита, да? Ну, я удивлен, что он не критует. Поехали. Это бесполезно, конечно. У него, кстати, могут вот кунай критовать. Блин, да дай мне хоть один крит-то сделать тебе, а? Хотя бы один. Нифига не получается почему-то, ребят. Блин, не хотелось бы сфейлиться именно из-за того, что я не смог нанести крит-атаку. А он мог бы. Так, бросок сделал мне. 5 секунд, ребят. Есть! Я ему все-таки успел нанести. Так что победа за нами. На последнем ударе, друзья мои, с вертушки, когда стал делать, я ему нанес крит урон. В этот момент он хотел в меня запустить свою магию. Так, безумка. Убывающее здоровье. Так, поехали. Оу, лилия. Тут уже безумка, да? И плюс вот это вот. Ну ладно, посмотрим, что у нас получится здесь. Блин, я еще как представлю скоро проходить всех этих, всех телохранителей у осы. Окей. Ага. Что, лилия? Оу. Друзья мои, есть шанс на победу. Поехали. Да ты посмотри, ну вот как вот так вот, ребят, ну вот смотри, она уклоняется. Почему у меня нет такого вот кульбита, как она делает? Что, тут одна победа всего лишь нужна была? Отлично. Так, ну что, последняя стадия у нас. В этом бою победит тот, кто наберет больше всего очков, понятно. Что там, использовать удар только ногами? Серьезно, что ли? Или мне показалось? Так, лиса. Раунд один. И я должен бомбить только ногами. Замечательно просто. Офигеть! Вы сейчас прикалываетесь, что ли? Здоровски. Так, попробуем тогда. Хотел сказать, попробуем подсечками. Слушай, ну тут нет здоровья, поэтому можно просто, ну знаешь как, на шару бомбить. Вот так. Я выиграл. Так, тут один раунд, все, шикарно. Ну что, получается, мы с тобой выполнили, да, испытание. Турнир. Ну, на выживание я не пойду. Здесь можно, конечно, еще выбить 32 гема. Так, ладно, пойдем затачиваться. Оставляем кукри тогда, получается, да? Хотя, погоди, мы же можем... Секунду. На 42 уровне у нас с тобой закаленные саи. Так, по броне что у нас там? А, кираса защитника. Оу. Возврат урона. Вот это надо. Блин, 410. Неплохая, кстати, кираса. А шлем? А, маска ужаса.
Слушай, как бы нам с тобой заработать 400 с лишним этих, а? Ладно, давай сходим с тобой разочек на выживание. Сейчас, кстати, ты увидишь, как меня тут разбирают. Ну, по крайней мере, с оружием 40 уровня меня на втором-третьем раунде уже разбирали. Посмотрим, как здесь. Первый раунд легкий, самый легкий. Тут ничего сложного нету. Но... Так, погнали. Почти, почти, ребята, ушатал. Готов. А вот дальше пойдет жесть. Ну, должна, по крайней мере, пойти жесть. Твою налево, он еще и с глефой. Ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, хорошо, что я попал не под всю комбинацию. Он мне еще и бросок сделал. Фига ты. Какого лешего ты тут творишь, чудило, блин. Прикинь, я хотел бросить в него сюрик. А че он сдох-то? Ну, он, видимо, понял, да, что со мной драться бесполезно, и решил упасть. Так, с посохом. Ага. Слушай, ну я тебе скажу, что урон сейчас ощутимый. Тогда вообще его никакого не было. Ать, не успел. Все, парень. Твою налево. Ну, да какой ты, блин, прыткий, а, сволочь, блин. Попал, а? Блин, просто мне нужны, ребята. Давай так. Ничего не изменилось. Давай-ка еще разок. Как бомбили меня на третьем раунде, так и бомбят. С каким-то дебильным посохом меня ушатал. Ну ты смотри, как, что они творят, какую лютость. Они свои вот эти вот, как тебе сказать, вот эти вот свои прыжки просто делают на изи. Просто по ним не попасть. Вот и все. Опять же мне повезло. Как ты так делаешь, а? Говнатый кусок. Как ты так быстро повернулся? Бам-бам-бам, с зелками. Так, с копьем. Это у нас Яри. Все, хорош. Ну все, хватит. Побаловали и будет. Давай-давай-давай-давай. Зажимаем, все. Так, второй раунд тоже неплохо. Поехали на третий. Кто тут у нас? Ага, сабли, все дела. На-ка. Вкусил, да? Сладкий урон моих кукри. Есть, ребят, рекорд. На четвертый раунд перешел. Фу. Блин, дровосек. Ну, это ниндзя с топорами дровосека. Не успел, гаденыш. А если бы попал бы, о, друзья мои, урончик был бы просто обалденным. Поехали. Воу. Даже перфект был. Блин. Когти-живодер, 100%. Кто кого? Я его быстрее, да? Погнали. А он что, когти потерял свои? Точно, друзья мои, он потерял коготочки. Слушай, ну вообще великолепно идем. Раунд 6. Стилеты. Ой, в голову прям. Страшный был урон. Сейчас выкрутится, нет? Даже не знаю, ребят. Попробуем. Глупо. Нет, нормально, нормально. Фух. Так, что, добьем ее теперь? Все. Слушай, я тебе серьезно говорю, это у меня абсолютный рекорд идет. А, так мы вообще все прошли. Слушай, 61 гем. Так я могу сейчас. Подожди-ка, чтобы идти на турнир. Слушай, давай попробуем на безумке все-таки ее победить. А, ее, его, это головорез у нас, да? Попробуем его завалить. Получим с тобой уровень и уже будем на 42 уровень переодеваться. Потому что, ну, нет смысла на 41, согласись. Я не вижу в данный момент вот особой такой нужды тратить финансы. Окей. Слушай, ну подсечка вообще ни о чем. Окей, предположим. Ай! А если так?
Ну смех, серьезно же, да? Давай, 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 Рэй. Зря, вот это вот зря. Сейчас влупит. Или не влупит. Все, я его завалил. Так, друзья мои, головорез лежит. Мечтает. Сейчас активируется, понятно. Сейчас будет актив. Что-то пока никакого актива я не вижу, если честно. Пока я никакого актива не вижу. Окей. Есть. Оу. На перфект, друзья мои. То есть без урона. Хм. И последние две стадии идут невозможно. А как же мне получить уровень? Мне буквально нужен один бой. Так, придется, наверное, все-таки заточиться. Заточиться один разочек. Только вот что? Можно заклинаху, да? И купить, в конце концов. Блин, 300 не хочу. Так, на шлем мне хватит. Я его обязательно возьму, маску ужаса. Ну, придется тратиться, а фиг ли сделаешь. Фиг ли, как говорится, сделаешь. Так, теперь посмотрим, должно быть безумно. Угу. Поехали. Твою ж налево, старик. С глефой. Старик с глефой, я с кукри. До сих пор прыгаю тут. Блин, старик юркий. Поехали. Оделся как царь морской. У-у-у. Есть контакт. Я думал, сейчас он мне уштат. Ты видел, сколько он с урона с одного удара нанес мне урона? Дико. Так, отлично. Поехали. Приехали, блин. Ну, конечно же, начинаются вот эти вот броски. Все. Все, друзья мои. Старик отдуплился. Уровень. Дайте мне, пожалуйста, левел. Левел ап. Левел ап. Я требую. Вот. Друзья мои, идем. Так, изучить. Абсолютная энергия. Перегрузка. Ну, я думаю, что абсолютную энергию я изучу. А теперь самое главное. Закаленные саи. Закаленные саи. Да, берем с тобой саи. Сколько? Мне же в горле пересохло. Офигеть, вы что, совсем что ли? Так, придется брать сумеречную кирасу. Ага. А на шлем-то мне не хватает. А на шлем-то мне не хватает, друзья мои. Что делаем? Ну, во-первых, здесь допройдем, да? Заодно привыкнем мы немножко к саям. Ну, ты помнишь, я, по-моему, осу или я кого? Вдову. Я вдову валил, да, саями? С осой, думаю, этот фокус не... Ух ты, как классно смотрятся они. Так, протестим. Так, подожди, пока не могу понять. Ну, так себе урон. Но ты не забывай, что они не прокачанные. Хорош. Они не прокачаны, саи, у меня, так что... Упс. Добил. Красавчик. Так, ну что, и после этого боя мы, наверное, с тобой пойдем на осу. Честно говоря, я особого возвращения урона не вижу. Ну, заклинуха уже работает более-менее. Так, поехали. На тебе. Так, это мне бросок сделали? А я... А, мы же в одинаковых шлемах, поэтому я и путаюсь. Так, поехали. Пробил. Так, пробить-то пробил. Надо как-то, блин, денег заработать. А где деньги заработать? Единственное, что идти на выживалку. 17 тысяч. Так, 128 тысяч. Я могу заточить сай. Ну, сай в первую очередь нужно, да, по-моему, точить. Или броню. Все-таки, мне кажется, оружие. Че ты, подожди, я не понял, а... Ну, слушай, давай попробуем, наверное, с тобой на выживание сделать один хотя бы бой. Может быть, пройдем полностью с тобой, получим 61 гем, и нам этого хватит, чтобы приобрести, или не хватит.
Сейчас проверим, короче. Так, с посохом против наших сай. Я думаю, это самое идеальное, что могли бы дать. Кроме вот этого, конечно. Ага. Хотел сигануть. Нет, парнишка, лежать. Так, 6 раундов, да, здесь? Первый, как говорится, у нас в кармане. Дальше кто? Так, ниндзя с топорами. Ясен перец. Поехали. Так. Сай, чем хороши, ребята, именно со своим выпадом. Идеальный выпад. Причем он преклоняется как бы к земле ниже. И по нему можно даже промахнуться заклинанием или теми же самыми сюриками. Ага, видишь, и... Не успел. Возвращение урона работает, да? Срабатывает. Упс. Твою ж налево. Все, хорош. Так, ладно, ребята. Что он творит, а? В голову получил. И убили. Так, ладно. Какой раунд это у нас? Четвертый. Блин. Тоже противная штука. Есть, заколол. Многие спрашивают, почему ты используешь один и тот же удар? Ну, не пользуешься там ногами, еще там что-то. Ребят, ну когда идет разговор о бабках, о выживании, можно, конечно, подурачиться, но это когда, ребят, на 100% ты уверен, что сможешь победить врага. Там можно будет и ногами, и руками, и ползать можно там, что хочешь делать. Но здесь в данный момент просто ответственный момент для меня. Я как бы не хочу его фейлить. Вот и все. Надеюсь, досконально и понятно всем все объяснил. Вот это да. Слушай, я думаю, что с Айми я смогу победить осу. Тем более, если мы сейчас с тобой приобретем шлем. Сколько там? 112, да? Мы с тобой приобретаем шлем страха. Так, он там дает нам перегрев. Да, он дает нам перегрев. Денег. Единственное, не хватает денег на заточку. Блин. А надо идти туда с фул прокачкой, верно? Ладно, пошли разомнемся. Ты только дразнишь Титана своими выходками. Мы не знаем, откуда он прибыл, только то, что он другой. Он создает странные вещи, которые выполняют его волю. Странные вещи? Ё-моё, сколько у вас тут? Офигеть. Так, ну первым кракен. Да, что-то у вас тут, ребята, дофига. Блин, какой-то дурацкий шлем на голове у меня. Опа, опачки. Вот это я получил. Вот это я, друзья мои, получил сейчас звездюльку. Поехали. Так, кракен готов. Двигаемся дальше. Так, как же тебя там звать-то? Палаш. Ага. С такими тесаками надо быть аккуратным. Так, тихо. Опа, вот об этом я и говорил. На, на. Так, тихо, тихо, тихо. Ага, не успел? Кто не успел, тот опоздал у нас. Так, бросок и добиваем. Что ж ты за добитие такое делаешь-то, а? Так, друзья мои, есть шанс пройти. Так. Там у нас еще этот будет, да? Посейдон, ну типа того, акула. С крисами. Ну, сам понимаешь, да? Здесь главное не дать ей вертушку сделать. Ага. Поехали. Она уже собиралась. Слушай, мне почему-то кажется, что у меня не хватит прокачки оружия. Опа! Я отвлекся, ребята. Опять, как всегда, попутал себя с ней. Ну ты стерва. Так. А, она получила урон. Мы же возвращаем 80, сколько там? 30% урона, да? Она бросила в меня заклинание. Соответственно, часть урона передалась ей. И она погибла. Так, боцман. Блин, боцман с глефой. Так, тихо. Ну-ка. Ну, конечно, конечно.
Конечно же, у тебя все получается. На тебе. Боцмана на изи. Соответственно, с каждым раундом нам, ребята, восстанавливают какой-то процент здоровья. Так что мы с тобой, если сейчас убьем Китобоя идеально, мы попадем к косе с фулл хп. Единственное, что... Блин, у него трезубец. Поехали. Ага. Ну-ка, на тебе, гаденыш. Поехали. Нет. Валяйся. Так, друзья мои, оса. Сейчас будет драка именно с ней. Будет она что болтать, нет? Ничегошеньки. Так, не расслабляемся. У нее нагината. Фух. Главное не оплошать. Поехали. А-а-а! Попал, блин, а? Хорош. Да почему не пробивает этот полностью комбинация не делается? Поехали. Есть. Ну-ка. Вот так вот есть. Для затравочки, ребята. У-у-у. Чё-то я даже... У меня нет слов, ребята. Так. Поверь, тебе не понравится то, что ты встретишь за вратами. Забудь о своей подруге, пока еще не поздно. Друзья мои, мы перешли на территорию вдовы. Так, вдова и Сёган впереди. А там и Титан. А как вы мне объяснили, да? Чтобы до Титана дойти, у него будут свои телохранители. Да и сам Титан — это жесть. Будем смотреть. Ну что, дорогие друзья, я думаю, на сегодня мы закончим серию, да? В следующей попробуем, наверное, наказать вдову. Получить 43 уровень. Кто мне сказал, что на Титане будет у нас 45 уровень, да, по-моему, на Титане? Ладно, мы это увидим с тобой в следующий раз. Но, если честно, я не ожидал, что оса будет такая легкая, как пушинка. Ладно, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.